Павлушенко вышел из магазина. Паш, скажи привет моим зрителям. О, громко скажи. Опять с подарками и все. Чего ты недовольный-то, а? Ты лучше расскажи нам, что у тебя за герои в руках. Ладно, дома расскажет. Всем привет, мои дорогие. Я с вами не поздоровалась. Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня 2 января. И у нас веселая Катя и грустный Паша. Чем-то опять недоволен. И вообще мы в центре города. Сегодня вот такая вот тишина, никого нет. Все, походу, еще гуляют. Да, Паш? Вот наша елочка в центре города. Такая. На улице пустынно. Так ходит народ, который уже проголодались, видать, съели все. Вот так. Павел у нас уже все, захотел домой. Чуть-чуть погуляли, домой ему подавай. В карету. Катя, Катюха! Видали, как надо 2 января ездить в магазин? Жена за рулем, Никита! Помаши ручки. А, муж с пивасиком, да, Никита? Да. Катя, нормально? Ой, не отвлекаем Катюху. А я пьяная. Она пьяная. А Катька вообще пьяная за рулем. Шампусик дерябнула и за руль. Шутит, конечно, а то еще полиция, блин. Паш, ну что, мать с отцом на пару рулят, да? Да. Сладкая парочка Твикс у тебя. Вот и у нас такая же история. А мы с дедом на пару рулим. Да я прямо у Кубы стою и все. Вернулись мы домой, Паша сделал веселое лицо, проголодался. Поставила бабу воду под пельмень. Ну давай расскажи, кого тебе Дед Мороз принес борский? Конфетки? Да не конфетки, конфетки. Вот что Дед Мороз тебе борский. Это кто такие? Что за герои? Это Винни-Пух. Винни-Пух. Это Заяц Погоди. Заяц не погоди, а ну погоди. Заяц Погоди. Это у нас Заяц Погоди. Вот. Ой, Пашулька, надо шортик снять. В общем, маленько прогулялись, проголодались. Да, Пашулька? Заяц Погоди. Предложила Кате сделать салатик. Говорит, мам, давай салатик сделаем. Вот. Грудка куриная, ананас, кукуруза. Мы с Катей делаем салатик. Катя, хорошо салатик-то делается, да? Я у тебя морально поддерживаю. Она меня морально поддерживает. Одела ушки, рожки. Сидит, меня морально поддерживает. Так я не успела, ты быстрее меня схватила. Конечно, Кать, конечно, конечно. В общем, сидим с Катей. Сейчас открою банки. Да, сейчас она откроет баночки. И мы с ней вдвоем сделаем салатик. Да, Катя? О, у нас снова баня. Вчера с гостями мы и не поняли. Павлушенко, как тебя, мальчики, напарили в баньке? Напарили? Не парили, деда, ты чё плохо внука напарил? Ну, а, детка, пивом поили. Они тебя пивом поили. Ай-яй-яй, лучше бы напарили. Лежат после бани, отпыхивают. Сейчас Никита пойдет жарить ужин на мангале. У нас аномальное явление. В гостиной выпал розовый снег. А благодаря кому у нас выпал в гостиной розовый снег? А? Паша. Пока баба вмылась в бане. Новогоднего Паши. С помощью кого? Иди-ка сюда. Новогоднего Паши. С помощью новогоднего Паши. Покажись нам, новогодний Паша. Угу. Выпал розовый снег. Отлично. А кто будет убирать этот розовый снег? Вопрос на засыпку. Кому? Новогодний Паша. А, новогодний Паша все-таки его уберет, да? Да. Мы очень на это надеемся. Я вас... Теперь у меня будет новая вода. А, розовый вода. Так, ты что, водой собрался его поливать? Нет. Да слава богу, хоть нет. А я уж напугался.
так между делом-то новогодний Паша. Ой, божечки. Уголечки скоро будут. Какая на улице красота. Сумерки. Уже темнеет. Снежок кругом. Зима. И костер зимний. Оп, искры полетели. Вот такие крылышки нажарил Никитка на барбекюшнице. Все-таки мы салатик с Катей сделали. И сегодня 2 января у нас семейный ужин, как обычно. Евгения у нас только свалила к подружке. Пашуленька! Помахай, помаши! Пашуленька! Ау! Скажи, любим! И ценим еще. И конечно, уважаем. Всем будем говорить пока. Все что-то голодные какие-то. О, Катюха помахала ручкой. Мужики у нас какие-то голодные. Саня топлес. До новых встреч, мои хорошие. Что пока показывать? Пока показываем только как едим третий день. Третий день за столом. Отходим от праздников и кушаем. До новых встреч!